На канале Сквара ты сможешь найти всеми любимый SkyWars и также Mob Wars. Поэтому, если тебе это нравится, заходи и подписывайся. Он будет этому очень рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и крутой паркур-карты. Кто помнит, мы уже давно проходили магический паркур. Мы проходили паркур на джетпаке, но сегодня у нас будет TNT-паркур, где вы сможете образно бегать по стенам, отбиваться от стен, отталкиваться. И даже в какой-то степени вы сможете почувствовать себя супергероем. Но, ребята, об этом чуть позже, потому что перед этим не забываем ставить лайки. Чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео, новая серия. Поэтому, ребята, если мы даже сможем набрать 2500 лайков за 3 часа, то через 3 часа выйдет еще одно новое видео. Поэтому, ребята, не ленитесь. Также каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Поэтому, ребята, вступайте, я просто-напросто буду любить вас еще больше. Потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Лайк, подписка, за это, ребята, я выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Ну и просто буду вас уважать еще больше. Тянуть мы больше не будем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, вот наше видео. Я не знаю, кто-то заметил, у меня реально голос немного изменился в связи с тем, что я до сих пор болею. Прикиньте, я уже где-то 2 недели болею, но так оно есть. Поэтому, ребята, не обижайтесь, если я буду кашлять и многое другое. Просто-напросто поддержите, я буду этому очень сильно рад. Но, ребята, сейчас мы будем начинать. В чем заключается суть этой карты? Давайте мы посмотрим. Тут у нас объясняется, что и какие блоки нам дают, то есть какие эффекты. Вот, смотрите. Пум. Давайте я сейчас вам объясню, это будет небольшой туториал, потому что без туториала мы не сможем приступить к прохождению самих уровней. Поэтому, ребята, смотрите, что нам нужно. С помощью TNT нам нужно забираться на различные блоки, тем самым нам нужно дойти до конца карты, как, в принципе, это давным-давно уже задумано в TNT, пропрыгать и добраться до конца карты. Но вы же тут не сможете никак сюда забраться, разве что может... Видите, сюда вы тоже не можете забраться, потому что тут у нас есть невидимые блоки. Это уже все продумано. Поэтому, ребята, какой способ туда забраться? А вот такой. И мне кажется, это офигенный способ, потому что прыгать... Вот смотрите, ребята, сейчас мы не прямо полетим, а оттолкнемся от стены. Вот смотрите. Пум! Боком. Сейчас, ребята, пум! Долетели. Это офигеть, как круто. Я не... Вот видите, я упал, поэтому... Ай! Вот так, замечательно. Когда ты падаешь, то, видите, вот тут под камерой... Написано фейлы. То есть в данный момент у меня один фейл, потому что уже 2. 3. Да, 4. То есть, ребята, я... Да почему ты не ставишься? А, я, наверное, знаю. Да, нужно немного подальше отпрыгивать, потому что я не даю места поставить блок. А, я все понял. Поэтому, ребята, смотрите, мы прошли туториал, и в этом будет заключаться прохождение всей карты. Это офигеть как круто, я не знаю. Мне очень понравилась эта карта. Поэтому, ребята, если вы хотите, вы уже можете скачать. Ссылочка есть в описании, я для вас уже все выложил. Вам нужно просто скачать и попробовать пройти. И что самое главное, вы можете со мной посоревноваться. То есть скачать карту, пройти и написать в комментарии, сколько уровней вы прошли. Смогли ли вы побить Эдисона? Если вы смогли, но, ребята, хотя никто не сможет, так что, ну, в принципе, я такой паркур-мастер, что я не знаю. Ну, в принципе, это, знаете, не такой уж прям и большущий паркур, это что-то другое. Но, как видите, это у нас первый уровень, то есть мы приступаем, и тут уже сразу же начинается жопа. Но жопа небольшая, потому что мы сразу же смогли сюда добраться. В сумме тут 10 уровней, поэтому, ребята, нам предстоит пройти 10 вот таких замечательных и крутых уровней. Сейчас нам нужно туда допрыгнуть и потом туда. Опа! Опа! Смогли! А сейчас, ребята, вот смотрите. Не, лучше бы вы не смотрели. Не-не-не-не-не-не. О! Ну, как вам сказать, не совсем круто я туда допрыгнул, но давайте... Да твою фуражку, а! Во! Замечательно! Ребята, это был у нас туториал, и также это у нас первый уровень. И у меня уже 12 фейлов. То есть, вы представьте, что будет дальше, и как я буду просто-напросто рейдж-квитить, если я не смогу дальше проходить. Но все же, ребята, первый уровень мы прошли. Всех вас поздравляю, сейчас мы будем приступать ко второму уровню. Чем дальше, тем сложнее. Потому что... О, это что? Чекпоинты всякие. А это что нам дает? Ага. Во! Вот это офигеть как круто! Вот так забираться... ладно, я надеюсь, что я смогу это повторить. Да, в принципе... Не каждый раз вот это получается. Если бы еще этот звук бесячий не был. Ух ты! А как я это сделал?
Как и... Так, мне нужно научиться еще раз это делать. Как я это сделаю? Как я это делаю? Я не знаю, ребята. То есть, это... не каждый раз получается, поэтому я буду... Да твою нафиг, а! Смог! Сейчас нам туда нужно, ребята. О! Я уже думал, я промахнулся, потому что в прыжке не так-то просто сюда поставить TNT, чтобы он тебя еще своей волной... Так, а сейчас мне куда нужно? Сейчас туда нужно, да? Чекпоинт. Ну что, ребята, будем пытаться. Ну что, ребята, мы прошли уже второй уровень, сейчас у нас третий на подходе. Я, если честно, попытаюсь пройти хотя бы 5 уровней в этой серии, если у меня это, конечно, получится. Не скажу то, что это очень просто, потому что чем дальше, тем... я не могу уже даже разговаривать нормально, потому что у меня уже бомбящий пукан начинается. А знаете что, почему я не могу высоко прыгать? Потому что смотрите, ребята, если я просто-напросто пробегусь... Вот видите, меня сразу убивают вот эти шипы, потому что шипы в правилах тебя убивают. Поэтому мне нужно найти какой-то другой способ, чтобы туда пробраться. А какой именно, я не знаю, мне нужно... Мне нужно что-то попробовать. Пройдите, ребята, вот реально, я вам советую скачать вот эту карту и пройти, потому что карта... А, я не разогнался. Карта реально очень крутая, и она мне очень нравится. О, допрыгнул. Все, мы на чекпоинте? Да. Я надеюсь, что самую сложную... Ну, как вам сказать, самую сложную... О, допрыгнул, замечательно. Это не чекпоинт. Опа, замечательно. Сейчас бы еще туда допрыгнуть, я бы был вообще счастлив. Допрыгнул. Опачки, ребята, четвертый уровень мы забабахали. Сейчас пятый... Нет, это третий уровень был, сейчас четвертый уровень. Ух, мать твою, это еще что такое? Куда нам нужно? Это что? Джамбуст, ага. Джамбуст, понятно. Сейчас. Это так сложно нафиг попасть вообще туда. О! Опа! Тут случайно нету чекпоинта. Пожалуйста, я очень хочу чекпоинт. Да, знаете, ребята, вот нужно вот так морально двигать башкой. Когда я всегда прыгаю, я всегда так башкой. Это помогает, это реально помогает. Если вы никогда не играли в гонки, то вы не знаете то, что если вы поворачиваете джойстик, ну, геймпад, то это помогает машине поворачивать. Если вы просто-напросто клацаете на кнопки, это не помогает. Также, если вы сильнее давите на кнопки, это тоже помогает. Если вы так не думаете, то вы просто никогда не играли в гоночки. Так, ребята, нам нужно... допрыгнул, да, круто. Круто я допрыгнул, я согласен. Опять круто я перепрыгнул, я согласен. Опа, опа. Нам нельзя становиться на вот эти черные блоки, потому что они нас будут убивать. Вот смотрите. Нахрена я вот это показал? Во, замечательно. Сейчас. Опа! Так, сюда нельзя становиться, потому что это нас убьет. Так, сейчас. Ой! Да, допрыгнул! Это все? Так, главное сейчас не прыгать, потому что мы тут умрем самым дурацким способом. Это был четвертый уровень, ребят. Сейчас у нас будет пятый уровень на подходе. А что там было написано только что? Я, если честно, не видел. Ну ладно. Биг Тинти. То есть, смотрите, у нас есть даже размер Тинти. Сейчас у нас Биг Тинти. Это круто, но что нам нужно делать? Так, я в принципе... Я понял, в какой-то степени я понял. Так, не взял Тинти в руку. Мама мия, коромысло. Так, да почему я не могу? Опа, опа, ух ты, вот сейчас я даже как-то слишком туда хорошо допрыгнул. Ой, твою ж налево, сейчас мне нужно на чекпоинт возвращаться. Дади ты в пердолину нафиг. Так, замечательно. Да почему я туда не могу... Так, я сюда допрыгнул, не знаю как, но у меня получилось. Смотрите, у меня уже 44 фейла нафиг. Так, круто, но я туда не могу пробраться. Да твою нафиг, то есть мне... Ах ты, жопа ты усатая. Мне же нужно А спринт нельзя нажать, не? Спринт очень тяжело нажимается, ребята. Спринт всегда очень тяжело нажимается. Да почему ты не можешь мне жопу мою тяжелую подбросить в воздух? Я не хочу, чтобы ты меня... Ай, вниз! Вот, сейчас. Сюда я уже более-менее научился допрыгнуть. Да почему... Башкой, башка у меня прям большущая нафиг. Ах ты, жопа ты. Зашибись. 51 фейл.
Сейчас вернемся, у меня будет уже 151. Нафиг ты ж... Прыгайте уже. Охренеть. Ну, добрался я сюда, как-то добрался. Но смотрите, сколько у меня сейчас фейлов. У меня 67 фейлов. Офигеть. Я не знаю, ребята, я сюда добрался, я не знаю как, я могу еще раз вернуться на чекпоинт, но я не знаю, стоит ли возвращаться. Стоит ли возвращаться, потому что я вернусь, я опять полчаса буду, а хотя чекпоинт уже тут, поэтому я уже сохранился. Ладно, неважно, ребята, не суть. Так, это что такое было? То есть, если я это... О, нифига себе. Так, ладно, мне нужно как-то туда добраться. А как мне туда добраться? Или мне куда-то в другое место нужно? А, фиг его знает, если честно. Ух ты, нифига. Так. А как я это сделал? Мне нужно ближе подлететь или наоборот? Так, ну сюда я не могу приземляться, потому что это меня сразу же убивает. Так. Ребята, вам не кажется то, что это очень тяжело? Я не знаю, кто эту карту создавал. Ребята... Ребята! Ух ты, нифига себе, так мне в воздухе еще нужно жопу свою подкинуть. Так, ну, ладно, туда я не могу приземляться, это 100%, но... Опа! Я же даже не черкнулся туда, ну разве что кончиком уха. Да нафиг, ты ж... Охренеть. Карта меня уже бесить начинает. Ну, а как не бесить, если я уже 88 раз умер, нафиг? Мне нельзя волноваться. Эй! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну я не хочу сюда прыгать. Спасибо, вот эта черная хренотень, но я не хочу к тебе прикасаться, ты противная. Иди сюда. Вот тут, вот ты, вот ты, вот ты тут не можешь поставить тинти. Почему ты там не можешь поставить тинти? В воздухе ты не можешь, а вот тут ставишься. Я не хочу к тебе прикасаться! На тебе! На тебе! Так, главное сейчас не умереть. А куда мне нужно вообще прыгать? Охренеть. А, это чекпоинт, так что идите вы в жопу. О! Опа! Замечательно! Пятый уровень мы прошли. Это хоть было тяжело, потому что у меня уже 96 смертей. Это охренеть, если честно. Ребят, я не знаю, будем ли мы сейчас проходить шестой уровень, или все-таки оставим на другую серию. Мне кажется, другая серия будет круче, потому что, может, я к другой серии уже выздоровею, а если нет... то вы знаете, что другая серия может выйти сегодня вечером, потому что если мы на этой наберем 2500 лайков, ну, ребята, если вы сейчас поставите лайк, если мы все дружно соберемся и поставим все лайк, то 2500 лайков мы сможем набрать за 3-4 часа. Поэтому, ребята, сегодня вечером выйдет еще продолжение вот этой карты. Поэтому, ребята, не ленитесь, поставьте лайки. Это только одна секунда. Не так-то много, не так-то сложно. Поэтому, ребята, я буду очень сильно этому рад. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Я люблю своих подписчиков, поэтому не стесняйтесь. Подписывайтесь, потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Лайк, подписка, за это, ребята, я вас всех расцелую, если бы я только мог. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что не каждый досматривает, многие перематывают, многие выключают. Кто досмотрел, тот вообще нереально крутой космический молодец. Космический молодец. И прям уважения вам нет предела, поэтому вы крутые. Ребята, не расстраиваемся, видео заканчивается, но мы встретимся в следующем видео. Видео выходит каждый день на моем канале, поэтому приходите меня смотреть каждый день. Я вас всех жду, не стесняйтесь, ребята, я буду вам всегда рад. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.